Хан Дракмара был приговорен к Хал-Вайкатам к истреблению, но благодаря вашему вмешательству избежал своей участи. Согласно их кодексу чести, они обязаны вернуть долг своему спасителю. Так что теперь Вероны будут сражаться на нашей стороне. Но как же быть с Зитаном? Если они станут нам помогать, то будут отрезаны от его запасов. Мы ищем пути радикального решения этой проблемы. В коре планеты содержатся огромные запасы зитана, но у нас пока нет средств для их разработки. Однако Дракмар утверждает, что запасов его клана хватит на ближайшее время. Капитан, ваша задача — проводить Дракмара на базу его клана. Он должен встретиться со своим народом. Насколько это опасно? В высшей степени. Район кишит имперцами. Кстати, с ними связано ваше второе задание. Маш аванпост СК-7 штурмуют имперские войска. Без помощи извне он обречен. Если вы сумеете решить эту проблему, прекрасно. Но ни при каких обстоятельствах не ставьте под угрозу выполнение основной задачи. Ясно? Так точно, сэр. Капитан, эскорт-услуги — это, конечно, здорово. Но помогите же нам хоть чем-нибудь. Ага, вы только посмотрите, что они тут затеяли. Майор? Есть, сэр. Я думал, вы защищаете Нью-Дарвин. Будет исполнено, сэр. СК-7? Не совсем. Я есть, слышал, сэр. Вы тут есть, устанавливаете сэр. Контакт с пришельцами. Это не слухи, противник. Майор. Так оно и есть. Здесь со мной наши потенциальные союзники Вероны. Я получил задание кровавую баню. Вы что, с ума сошли? Точно, сэр. Забыли, что было в Лиге Нова? Сейчас же вытащите их из транспорта и нашпигуйте свинцом. Мы Я под тоже обстрелом. Не доверяю, майор. Есть, сэр. Однако, возможно, мы сможем мы извлечь пользу из этой ситуации. Сможем, конечно. Они стреляют в нас. Перестреляем их к чертовой матери. Мы не уподобляйтесь маркатовским штабным есть, крысам. Перебейте их, пока не поздно. Выполняю. Одним меньше. Теряем ключевую точку. Будет исполнено, сэр. Мы под обстрелом. Точка потеряна. Мы под обстрелом. Цель уничтожена. Выше нос, ребята. Есть, сэр. Будет исполнено. Внимание, противник. Вытащите меня отсюда. Будет исполнено, сэр. На нас напали. Есть, сэр. Цель уничтожена. Будет исполнено. Обнаружен противник. Подтверждаю попадание. Нас атакуют. Обнаружен противник. Справимся. Цель уничтожена. На нас напали. Кругом враги. Внимание, противник. Есть, сэр. Будет исполнено. Так точно, сэр. Есть, сэр. Вижу новую цель. Нас атакуют. Посадочная площадка захвачена. Попробую, сэр. Плохие новости. Впереди противник. Ложимся на курс. Сделаю все, что смогу. Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Начинаю разгрузку. В
Вас поняла. Возвращаемся на базу. Ясно. Приказ понял. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Приказ понял. Ясно. Вас понял. Мы под обстрелом. Прибыл на базу. Отличный выстрел. Приказ понял. Вас понял. Ясно. Приказ понял. Вас понял. Мы под обстрелом. Наблюдаю противника. Приказ понял. Ясно. Вас понял. Приказ понял. В точку. Одного засек. Ясно. Вас понял. Вот не думала, что вы справитесь, Кэп, честно. Может, займетесь этими имперскими крысами, пока мы готовим эвакуацию? Приказ понял. Приказ сделаю понял. Все, что смогу. Приказ понял. Ключевая точка захвачена. Вас понял. Устроим им кровавую баню. Справимся. Выполняю. Будет исполнено. Капитан. Есть, сэр. Имперцы прорвали защиту аванпоста. Возвращаюсь домой. Вас понял, сержант. Оставайтесь на связи. Справимся. Ясно. Приказ понял. Выше нос, ребята. На нас напали. Мы под обстрелом. На нас напали. Прибыл на базу. Они стреляют в нас. Сейчас мы им покажем. Вас понял. Ясно. Вот тебе. Мы обнаружены. Они повсюду. Ясно. Ясно. Попробую, сэр. Есть, сэр. Справимся. Враг близко. Они повсюду. Ясно. Мы под обстрелом. Обнаружен противник. Мы обнаружены. Нас обнаружили. Нас атакуют. Нас окружают. На нас напали. Отличный выстрел. Есть, сэр. Справимся. Враг близко. Ключевая точка захвачена. Туда ему и дорога. Будет исполнено. Груз доставлен. Мы обнаружены. Наблюдаю противника. Возвращаюсь домой. Теряем ключевую точку. Приказ понял. Наблюдаю противника. Одним меньше. Ключевая точка захвачена. Приказ понял. Ясно. Мы под обстрелом. Приказ понял. Вас теряем понял. Ключевую вас точку. Понял. Ясно. Мы под обстрелом. Есть, сэр. Обнаружен противник. Есть, сэр. Вас понял. Цель уничтожена. На нас напали. Сейчас мы им покажем. Нас атакуют. Мы под обстрелом. Мы под обстрелом. Это невозможно. Добро пожаловать в ад. Мы под обстрелом. Вас понял. Ясно.
Приказ понял. Ясно. Вас понял. Противник близко. Вас понял. Приказ понял. Вас понял. Мы под огнем. Прямое попадание. Приказ понял. Возвращаюсь домой. Вас понял. Ключевая точка потеряна. Приказ понял. Нам крышка. Нас накрыли! Капитан, мы побеждаем. Что вы делаете? Отводите войска от базы. Не рискуйте своими людьми. Мы под обстрелом. Выполняйте основную вас задачу. Понял. Вас понял. Мы под обстрелом. Приказ понял. Вас понял. Мы под обстрелом. Мы под обстрелом! Вызываю подкрепление. Обнаружена новая цель. До встречи, ребята. Ясно. Мы под шквальным огнем. Требуется ремонт. Никак нет. Обнаружен противник. На нас напали. Ключевая точка есть. Потеряна. Мы побеждаем. Есть. Наблюдаю противника. Выезжаю. Отличный выстрел. Мы под обстрелом. Цель уничтожена. Ага, вижу цель. Есть. Ясно. Вас понял. Обнаружена новая цель. Есть. Выезжаю. Ясно. Вас понял. Ясно. Есть. Есть. Мы под обстрелом. Вас понял. Мы под обстрелом. Мы под обстрелом. Мы под обстрелом. Так точно. Ясно. Вас понял. Ключевая точка захвачена. Мы под обстрелом. Вас понял. Приказ понял. Приказ понял. Мы под обстрелом. Противник близко. Есть. Мы под обстрелом. Отличный выстрел. Нам крышка. Обнаружена новая цель. Подтверждаю попадание. Одного засек. Никак нет. Ясно. Приказ понял. Ясно. Так точно. Вот так и надо. Ясно. Ясно. Приказ понял. Приказ понял. Вас понял. Ясно. Вас понял. Вижу новую цель. Мы под обстрелом. Наблюдаю противника. Мы под шквальным огнем. Будет исполнено. Мы под обстрелом. Туда ему и дорога. Есть, сэр. Выше нос, ребята. Посадочная площадка захвачена. Есть. На нас напали. Так точно. Одним меньше. Сейчас мы им покажем. Туда ему и дорога. Одним меньше. Обнаружен противник. Заходим на посадку. Приказ понял. Приказ понял.
Попробую, сэр. Сейчас мы им покажем. Ключевая точка захвачена. Есть. Начинаю разгрузку. Есть, сэр. Возвращаюсь домой. Сделаю все, что смогу. Ясно. Приказ понял. Приказ понял. Теряем ключевую точку. Прибыл на базу. Мы под обстрелом! Приказ понял. Ключевая точка потеряна. Отличный выстрел. Приказ понял. Справимся. Приказ понял. Выезжаю. Есть. 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 Капитан, эскорт-услуги — это, конечно, здорово, но помогите же нам хоть чем-нибудь. Ага, вы только посмотрите, что они тут затеяли. Майор? Прибыл на базу. Выезжаю. Есть. Есть. Выезжаю. Так точно. Так точно. Вижу новую цель. Мы под обстрелом. Мы побеждаем! Наши запасы Зитана подходят к концу. Требуется посетить Нивар-Цен для их пополнения. Мы отправимся туда не чуть позже, Майка. Не стреляют нас! Подождите немного. Ясно! Приказ понял. Ясно! Противник близко. Приказ понял. Наблюдаю противника. На нас напали. Приказ понял. Вот тебе. Мы под обстрелом. Обнаружена новая цель. Посадочную площадку атакуют. Мы под обстрелом. Ключевая точка захвачена. Так точно. Начинаю модернизацию. А вот мы и на месте, Майка. Нивар-Цен. Надеюсь, вас не слишком укачало по дороге. Вы совершили благородный поступок, Анжелес, капитан. Клан Хроок в долгу перед вами. Вы не такие, как люди Империи. У вас есть честь. Просите о чем угодно. Клан Хроок исполнит вашу просьбу. Сдержите свое слово, Дракмар. Помогите нам в войне с Империей. Слово дано. Пока клан Хроок жив, он будет сражаться с Империей.